И снова всем привет, дорогие друзья. Надеемся, вы не успели заскучать. Всего 5 минуток мы тут с вами провели в музыкальной паузе и врываемся на третий матч легендарного дивизиона на сегодня. Команда Атрибутс против команды Vivictus eSports. В принципе, Vivictus здесь вроде как должны выглядеть сильнее. Но судя по тому, что мы с вами видели на предыдущих двух матчах, я боюсь уже делать какие-либо выводы и просто банально недооценивать команды новичков перед более опытными соперниками. В соответствии, моя ставка на красивую потную игру. Ну а сейчас, Герман, скажи нам, пожалуйста, что ты думаешь. Третий раз отсылочка к моему паблику, где я все думаю о предстоящем матче. Ну, я думаю, знаешь, что Атрибут здесь удивят, на мой взгляд. Я вообще поставил так, что они выиграют со счетом 2-1. Да, многие подумают, что я сумасшедший, возможно, это и так, но что-то мне кажется, что вот эти молодые парни, которые очень хотят побеждать, сейчас очень нас удивят. Первая ДЦ, вторая карта будет метро, ну а в случае третьей карты это будет люкс. Да, на люксе, конечно, у Vivictus будет преимущество перед своим оппонентом, но возможно, ребята на двух картах смогут справиться. Хотя, мне кажется, нет, 2-1 должно. Ну, посмотрим. Так, а рефлектив, это, я так понимаю, гантели у нас, да? Совершенно верно. Ну ладно, сейчас посмотрим. Все-таки укреп у команды Vivictus eSports очень неплохой. Ребята подтянули в свой состав хорошие кадры. Ну и как сейчас они сыгрались, не сыгрались, вообще что покажут, сейчас узнаем с вами. Карты, кстати, у нас очень замечательные. Это ДЦ Метро Люкс, вот как Герман ранее озвучил. Ну, прям радует сегодня, да, Герыч? Да, на наличии метро меня, конечно, во-первых, порадовали ребята. Сразу два метро за сегодня я увижу. Да ты тоже смотри, к хорошему быстро привыкают. Да, ну а что делать? Мы люди, мы такие, хорошим всегда быстро. Здесь не могут ребята нащупать друг друга ножами, просто бегают сквозь друг друга, ну и все нормально. Победила красная команда. Так, ну что ж, Vivictus выигрывают на ножах, право выбора стороны за ними, принимают решение отыграть в обороне. Vivictus в свое время на деловом центре были очень сильны. Просто на ура здесь отыгрывали, они и респектом противостояли, и The Nation. В тот момент The Nation были довольно сильным коллективом. Но вот сейчас их, к сожалению, вообще нету, но да ладно. Так что Vivictus здесь обыгрывали неоднократно своих именитых соперников. Как они будут чувствовать сейчас себя, с учетом того, что у них двое новых игроков в составе, и что они смогут нам показать, вот это вот очень-очень интересно. Так, дирижер подлетел, мы будем стартовать. Так, ну, а я в свою очередь закрываю ставки, дорогие друзья. Давайте еще 2 секунды, и все. Ты сам как думаешь, все-таки Vivictus или Атрибут? Я почему-то склоняюсь к Vivictus. Но я сделал свою ставку на потную игру, поскольку за предыдущие два матча, когда я делал ставку на опыт, то, что парни давно играют, там у них персональный скилл довольно неплохой, все эти ставки были очень сомнительные или вообще прогорали перед новичками дивизиона. Парни включались в игру просто очень-очень неплохо и показывали себя с лучшей стороны, поэтому я сейчас просто не хочу кого-то из них здесь оценивать. Я просто хочу увидеть точно такую же жаркую потную игру. Но вот, знаешь, что-то внутри меня говорит: Макс, да ну на Vivictus. Я такой: да не, ладно, ну че ты. Знаешь, так ангелочек и черт. Опять ты с органами разговариваешь. Конечно. Что-то внутри него там говорит. Поехали. ДЦшечка. В обороне играет команда Атрибутс, команда Vivictus eSports. Так, ну что, первый раунд у нас Vivictus, а, кстати, нет, Vivictus в обороне, Атрибутс в атаке, я здесь немножко ошибся.
Ну, атака выглядит следующим образом. План Соушки и Тату направляются под стрит. Там М-ка будет принимать Суашек. План уже его забирает. И заход в оплет имеется. У Соу 12 хп. Ну и там, конечно, Вейку надо как-то выживать. Хотя сразу три игрока здесь. Разменивается по Соушке. Но Тату моментальный минус также оформляет. Свит, семерки. Прям с пары сейчас прыгнул. Неплохо поставил по Тату, но уже 3 в 3. Так, ну что ж, пока что ситуация у нас складывается не самым лучшим образом для атаки. Здесь парни поймали демажа по себе довольно неплохо, в том числе план. Он рыдовый, 12% здоровья, сидит за кассой, но здесь Митака принимает решение не агрессивно перестреливаться с позициями оплента, а спокойно отойти с пятака и чекать выход на короб. Но посмотрим, что же все-таки из этого выйдет. Спайс тем временем в тэшке отыгрывает в оплент. Все-таки ребята дальше не решились идти, оставили здесь одного плана на погибель. Сидит до последнего, рефлектив закрывает выход на бэсай, чекает шорт и лонг, но пока что информации по сопернику нет. А, вообще по разным позициям разбежались атрибуции, лонг и апленд. Но там план скорее закрывающего будет отыгрывать, но Митака по-прежнему контролит в корбе своего соперника. Вот уже план устанавливает бомбу, вот что интересно. А если Митака его убьет, то команда не успеет сместиться. Свит пойдет Аркадию четверку, видит дирижера, хедшот имеется, и это уже 2 в 3. Ну что ж, смотрим, как парни будут в дальнейшем отыгрывать. Спайс принимает решение вломиться на позиции короба. Митака его не чекает. Есть минус от рефлектива, но здесь же падает Митака. Идет деф, ай-яй-яй. Ну ладно, я думал, рефлектив будет сидеть, но он развернулся. Дал бомба по шапке своему сопернику. Ну и первый раунд в активе команды Виевиктусов. Да, и раунд, ну, в принципе, не сказать, что он был сложный для команды Виктус. Там по стрельбе очень хорошо свит вывез. Ну и сейчас... Сейчас команда Виктус начинает потихонечку набирать раунды. Ну и смотрим, пока что у нас троица игроков. Команды Атрибус направляет снова под стрит. Кто-то занимает короб, а это именно Спайс. Вот, сейчас постараются по Вейку поработать плодотворно. Но здесь Спайс у нас играет очень агрессивно под позициями короба. М-ка его за это наказал. План тем временем на стрите, но опять как-то вот под позиции аплинта они вроде готовы заходить. Но потом опять что-то идет не по плану, они начинают сжаться, не знают, что им делать, куда им переходить, что вообще делать, ребята, куда бегать. Но рефлектив откидывает хаешку, есть минус, также М-ка принимает дирижера, ой-ой-ой, выход на шорт, ну, здесь может быть очень больно, ага, все хорошо, Тату минус, Соу принимает двоих своих соперников, и ситуация 2 в 2. Здесь Томас принимает все-таки ЦК своего оппонента, там 4 хп и 2 хп, кто первый попадет, тот, соответственно, и, да, Томас оказался попроворнее Тату. 2-0 Виктус пока что все довольно прогнозируемо, легко обыгрывает своего оппонента, но пока. Но это всего 2 раунда. Дирижер не включается. Ну да, пока всего 2 раунда, но тем не менее, поджим длины сейчас в исполнении Виктус, к чему он приведет. Но здесь Свит сразу же разбирается с Соу, есть информация о том, что на дальней дистанции работает Митака, от Митака даблкил, откид хае на Спайса сейчас. У него сотка на хелсбаре была, но 70 хп остается и пока что хилится, живет до последнего. Пока лежит смоук, можно уйти. Можно уйти, почему он все равно продолжает эту агрессивную перестрелку? Ну, видать, все-таки за тем, чтобы забрать Свита. Но он остался один, он никак не засопортил своему тиммейту, и здесь М-ка разбирается все-таки со Спайсом. 3-0, счет на табло, пока что все идет своим чередом для команды Виевиктус Esports. Парни чувствуют себя уверенно, но надо бы, чтобы проснулись уже атрибуты, а то все, не вернутся. Да, ну... Видимо, я, наверное, переоценил атрибутов, ну, хотя, да, рано еще говорить о том, что переоценил там или недооценил, но именно, знаешь, видно, что, ну, как-то боятся еще ребята, то есть как-то вообще не чувствуют игры, не чувствуют, что им надо делать, вот эта беготня постоянно по карте, кто-то что-то стреляет, кто-то что-то делает, вообще непонятно, один другого стопит, другой не дает третьему пройти там куда-то, ну, конечно, это заметно сразу. Ну да, все-таки парни новички дивизиона, мне кажется, они такие, да ладно, мы вообще в легендарке. Да нет, серьезно? Просто это все раньше игроки Star серии, причем жесткой Star серии. Ну а чего им тогда и бояться? Проблема.
Ну, не знаю, они все, да, вот практически все пришли из инактивы. То есть там 4 или 5. Да даже, по-моему, все 5 игроков из инактивы пришли. Ну да. Но здесь все-таки четвертый раунд залетает в копилку команды VEVICTUS eSports 4-0. Ну и сейчас, я думаю, надо сыграть какой-то медленный раунд команде Attributes. Вообще, может, даже под позициями респы где-то побродить. Обсудить, что у них идет не так, что им нужно делать, куда передвигаться. Ну и, может быть, даже определиться с конкретным бомбсайтом, куда они будут забрасывать атаку и в соответствии. Пушить, пушить и еще раз пушить. Ну да ладно, начинается все с опенфрага для команды VEVICTUS eSports. 5 против 4. Есть у нас работа под позициями стрита от Soul, но опять же агрессии как таковой не наблюдается. Тянут время. Так, куда? Куда у нас вышел? Куда у нас вышел один игрок команды Attributes? Так, Митака здесь. Слушай, ну какой-то вообще прям разлом. Разлом. У команды Attributes в атаке не получается ровным счетом ничего. Вейк забирает Ату, и Вейк еще забирает Соушки. 5-0. Миссия провалена. Ну, как-то все грустно. Тактическая пауза. Отлично. Ну вот, помнят? Помнят про нее. Молодцы. Молодцы, молодца, что еще написали. Вот это самое главное. Отлично. Готовы уже атрибуты. Видать, все-таки обсудили уже что-то. Дожидаемся Татуи в бой. Посмотрим, помогла ли эта тактическая пауза ребятам. Что они наобсуждали, к чему пришли. Ну и помогут ли им эти новые решения, эти новые тактики. Может, просто рокировку какую-то сейчас проведут. Переставят игроков под теми или иными позициями. И все пойдет. Все пойдет. Но пока что 5-0. Очень грустно для команды Attributes все складывается. Сопротивления мы никакого не видим. Но и VEVICTUS, естественно, доминирует сейчас. Ну, пошли. 5-0. 5-0 пока. Изичный дефенс для команды VEVICTUS. Рефлектив. Он же Гантель. Принимает центральное кафе. Ну, а здесь атака разворачивается. В принципе, довольно дефолтным же образом. Опять под аплен. Где будет принимать Вейк и Митака. Митака уже говорит о том, что есть один игрок под корбом. Эмка сидит на кассе. А вот план забирает Вейка. Есть проход под кассу. Но здесь Эмка встречает одного. Размен сразу Тату и плану. 4 в 2 для атаки. Довольно неплохое начало этого раунда. Как раз таки для команды Attributes. Но тем временем Рефлектив ставит хедшот на Тату. И ситуация 3 в 2. И для команды VEVICTUS eSports сейчас все вполне играбельно. ХАЕшка залетает на позиции бомбсайта. Фугас установлен. Чекает спину свит в надежде то, что кто-то будет на аркаде. Но все трое игроков команды Attributes находятся сейчас в позициях аплента. Префайром врывается Рефлектив на дверь. Но здесь Спайс вылетает и наносит летальный дэмэдж своему сопернику. Еще и Аук подводит, щелкает затвором свит. Ой-ой-ой-ой-ой. Батя на свите. План, что ж ты стреляешься, сядь ты и сиди. Но тем не менее, первый раунд берут в атаке команда Attributes. 5-1. 5-1, раунд берут. Но посмотрим, будет ли череда еще нескольких раундов. Давайте смотреть. План моментально направляется под позицию инсайда. Там аркада от Эмки на стрит, и здесь же и Вейк сюда приходит. Ну, как-то контроль сразу пытаются в руки в свои взять команда VEVICTUS. Посмотрим, что из этого получится. Эмка погибает. Вейк пытается дать размен. Вейк тоже гибнет. Тату минус 2. И там только Митака, который тоже погибает. 4 в 2. Но здесь как-то парни очень в себя поверили со стороны команды VEVICTUS eSports.
Какие-то вылазки, аркады постоянные, агрессия, хотя никаких разменов еще не было. С самого начала раунда парни пытаются занимать довольно открытые позиции на аркадах, и за это их наказывают бойцы команды Attributes. Два раунда подряд забирают свой актив, Spice уже находится на стрите на данный момент. Ну и Wake с Митака играют закрывающих аплента сейчас, и вот как раз сейчас не лезут, играют аккуратно, и должно все пойти. Так, ну, посмотрим. Пока 5-2. Пока 5-2, так или иначе, команда Атрибут смогла все-таки после такой тактической паузы набрать два раунда подряд. Возможно, будет и третий. Но пока по хелсбару не испытывает проблемы абсолютно никто. Ну, а здесь МК вместе с Вейком будут принимать заход в апленд. Ну, давайте смотреть. Свит на семерке. Метак и рефлектив под домом. Ну а вся пятерка игроков, за исключением дирижера, находится под аплантом. И дирижер, по идее, тоже к ним будет стягиваться очень скоро. Дирижер пока чекает просто поджим этот выход на короб. Ну а там 3-1-1 по всем фронтам попробует поработать команда Attributes. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Но пока что Тату находит минус на Вейка, заход под аплент имеется, Митак, ой-ой-ой, МК играет на сейф, есть минус на Спайса, находит даблкил также по Соу. Откид ХАЕ, план попытается отыграть сейчас на стрите, но там МК в апленту сидит, в принципе. Там дирижер, смотри, что делает. Ну-ка, давай за ним посмотрим, где ты дирижер. Ну, да, зашел к Митака в спину, но далее рефлектив его наказал. Да, но свит в доме уже слышит тяжку. Минус по тату. План размен. Ну, слушай, если план еще и заберет гантелю, то будет совсем все плохо. Но МК, тем не менее, стягивается тоже по дому и уходит. Уходит и уходит на длину. План у нас попытка номер два. Посмотрим, чему венчается. Но там он может встретиться с рефлективом сейчас. И что-то мне подсказывает, что эта встреча явно ему не понравится. Проход на мидл имеется. Рефлектив уже зачекал своего оппонента. Забрасывает по нему префайры. МК также шартан. Ну и здесь просто в два ствола разбирают плана. Залетает шестой раунд в актив команды Vivictus eSports. Счет на табло 6-2. И остается последний раунд первой половины. Будет ли это тройка в активе команды Attributes? Или же все-таки седьмой раунд смогут оформить свою копилку Vivictus? Сейчас узнаем. Но Митака и Рефлектив выходят на аркаду БК, а там игроков команды Attributes вообще и близко не было. Ну и пойдут ли они дальше аркадить? А там Тату быстро залетел в короб, забрал Эмку, одного из самых опасных игроков команды Vivictus под аплентом. Ну и сейчас Митак тоже принимает теперь решение сместиться под короб, Свит будет занимать непосредственно короб. Ну и добывает, конечно, всю информацию, слышит перемещение по банану и по Т-шке. Ну и здесь заход в аплент уже имеется у команды Attributes, и у Вейка большие-пребольшие проблемы. Свит идет в спину. Ой, а свит-то урожай какой сейчас собрать-то может? Божечки ты мой. Раз, два, три. Это было очень больно. Вот если бы дирижер еще его не остановил, то это можно было бы говорить, что просто забей, пацаны, выходим, эта карта явно не наша. Но от Спайса у нас 10% здоровья отыгрывает уже под позициями аплента. За дверью встал дирижер, пытается там найти еще какой-то минус. Но здесь спокойно стоят Вивиктусы, никто никуда не выходит. Митака прикрывает спину Вейку, а в то же время рефлектив закрывает за собой бэплейнт. Ну и все прекрасно, все прекрасно. Все позиции контри. Вивиктусы. Что делать Атрибутам? Непонятно. Дирижер 62% здоровья. Стреляется с кассы. Но вот если Вейка еще уберет, то можно будет как-то попотеть. Вот, хорошо. Да, но там и флоу, и еще рефлектив, и метака. Тяжело будет против них отыграть даже на поставленной бомбе. Но вот здесь рефлектив даже дирижер не дает поставить. Ну и 10 хп у Спайса кончаются также моментально. 7-2. Уверенная первая половина команды Vivictus. Ну, о чем мы и говорили с самого начала, то, что Vivictus чувствовали всегда себя на деловом центре очень-очень неплохо. Даже с учетом того, что у них прошло две замены, ребята тренировались усердно, в соответствии тренировки привели к своим положительным результатам. Так, ребят, мне-то зачем хоста? Я и так на хосте, на стриме, вы мне еще этого хоста вешаете, я ж вообще с ума сойду. Go.
Чего Тату пишет? Как можно играть, когда у тебя что? У тебя в хате плюс 15. Там две звездочки. Ты уверен, что в хате? Да, да. Ну ладно. Так, ну что ж, есть прогруз на вторую половину делового центра. И закончится ли эта карта у нас настолько быстро, то что там ребята закончат, ну, 7-4, может быть, 7-5, или, ой, 7-5, 10-4, 10-5. Или же все-таки, ну, мы выйдем в лобби для начала, да. Или здесь команда Атрибутс покажет себя с лучшей стороны в обороне. Ну что ж, есть прогруз. Давайте сверху посмотрим, куда направят свой вектор атаки бойцы команды Vivictus eSports. Ай-яй-яй, а здесь апплейнт, а в то же время бойцы команды Атрибутс принимают решение втроем прооркадить БК. Но сейчас уже потихоньку стягиваются именно на Б-сайт. Спайс оставляет здесь одного, но вот ладно, Свит его не нашел, а то кто знает, чем бы эта перестрелка могла обернуться. Нашивка по позициям апплейнта. Дирижер будет играть здесь на страже порядка. Тату у него на подхвате с пятерки, чекает выход с бокса. Но тем временем М-ка накаляет ситуацию под центральным кафе в шарте. Явно не все спокойно, там Соу сидит. И да, ну и здесь пока непонятно, как будут заходить в аплен команда Vivictus, потому что и Тату здесь с лашками вроде как стоит за кассой. Ну и еще на пятерке дирижер. Ну вот Свит зато забирает Соушки. Это не должно немножко разгрузить пятерку. Кто-то из Атрибутс туда сместится. Ну и отходит обратно по тэшку, создает видимость, что они вообще ушли. И только один рефлектив шумит. Но пока что потери со стороны команды Атрибутс, и надо бы находить размены, причем срочно. Под Тату есть заход, и тем временем Тату оформляет даблкил. Молодцом, есть минус на рефлектива, также на Вейка. И выход под позиции Б-плента. Откид Хае на Спайса, план принимает Света. Хаешка также полетела на шорт. Здесь Митака остался один против четверых своих оппонентов. Но здесь просто со всех сторон зажали. Вот если бы сейчас еще двоих забрал, то было бы обидно. Там мог бы еще и побороться как-то. Но, тем не менее, ответный раунд со стороны команды Атрибутс залетает. 7-3 счет на табло. Но как же еще далеко до паритета? Да, до паритета невероятно долго топать команде Атрибутс. Пока еще 7-3, но все с чего-то начинается. Так что вполне себе, возможно, увидим камбэк в этой встрече. Но пока рефлектив забирает дирижера у нас. И моментально кто-то из-под Б должен стягиваться под аплен. Да, это Спайс. Но Спайс и был, в принципе, у нас под кормом. Правда, теперь ближе к апленту играет. Ну и два игрока Соу и план непосредственно в Б сейчас отыгрывают. Корп смотрится очень посредственно, что в перспективе может стать большой проблемой но для команды Атрибутс. Там выход на шорт. Там выход на шорт уже закидывает позиции апплента, минус на плана. И, в принципе, Б-сайт занят. Тату, Спайс и Соу остаются втроем против пятерых своих оппонентов. Тату принимает решение про Аркади. Сейчас стрит, находит минус на Вейка, но Митака разменивается на Спайса. Соу минус Митака. Рефлектив также находит Тату. Падает информация, то, что ласт оппонент находится на позициях шорта. Хаешка полетела, но и здесь Митака с питона просто лепит хедшот. Восьмой раунд в активе команды Vivictus eSports. 8-3. Ну и пока что можно сказать то, что с этой мертвой точки не сдвинулись никуда атрибуты. Как было 5 раундов преимущества у Vivictus, так и оно и осталось. Так, ну, тяжело все равно так или иначе команде Атрибутс приходится проводить эту встречу. Но никто и не говорил, что будет легко. Так, команда Vivictus — серебряный призер лан-финалов на квалификации к мировому чемпионату. Очень хорошо себя показали, поэтому здесь команда выходила так или иначе в рамках фаворита в этой встрече. Но здесь рефлектив с Вейком остается вдвоем против дирижера и Тату. Причем Тату играет очень агрессивно, несмотря на то, что ситуация 2 в 2 на карте.
Но если сейчас справятся, ну вот, пожалуйста, Reflektive принимает тату, уже, можно сказать, немного легче становится. Да, там Hellsbar немного подкачивает, Wake, Reflektive, да, они поймали по себе дамага. Но у дирижера как-то пока что игра вообще не складывается. С нолем идет этот парень, что на первой половине не особо ему везло, что сейчас не заходит. И фугас будет, скорее всего, ставиться под позициями Аплинта. Заход уже имеется. Reflektive будет играть открывающего. 84% на Hellsbar'е. Ну и в соответствии... Бомба установлена. А дирижер... Ах ты дирижер. Бомба была установлена. Ах ты коварный парень. Да, дирижер, он такой. Ну, смотри, первого забирает, минус вейк. Ну, там Reflektive есть, но Reflektive не прощай. Итого... 9-3 у нас, 6 мап-поинтов у команды Vivictus, ну, там ДЦ-шечка очень сильного ребят, или очень слабый его атрибут с одной из двух, но так или иначе, команда атрибут, я думаю, свои выводы сделает из этого противостояния. Тату здесь неплохо прооркадил стрит, забирает двух своих оппонентов, уже понимает, что терять нечего, поэтому можно себе позволить какую-то слабину. Reflektive также по плану минус, но размен моментально дирижера. Митака тем временем в доме, и по ходу дела по нему не было информации до последнего времени, пока дирижер его не зачекал. Есть минус, и Спайс вырывается также в дом, минус на Митака, падает свит, и счет на табло загорается у нас уже 8-4. Теперь преимущество 4 раундов за командой Vivictus. А, да, 9 раунд. Что-то я потерялся. 7-2 первая половина. Да. Все верно. Прошу прощения. Так, ну, выход по длину. Посмотрим, на что здесь. Вы смогут рассчитывать. Там соушки и план. Ну, планы уже откидывают хаешку под бетон. Так или иначе, его вынудят пикать под бетон. Да, вынудили. 20 хп ему оставили. Метак его заберет сейчас. Да, есть минус. Выход под бетплейт неплохо. Спайс там пытался выцепить кого-то. Выцепил М-ку, но... Дальше 2 в 3. А, и, кстати, соушки... Как выжил, тоже очень пока что непонятно мне. Но два игрока на Б-планту. Команда Vivictus. Ой-ой-ой, тату. Тату здесь, конечно, зажег неплохо. 9-5. Миссия успешна. Потихоньку, помаленьку, маленькими шажочками бойцы команды Атрибут все-таки идут к этому камбэку, к этому паритету. Но еще 4 раунда надо забрать, а если хотя бы в одном раунде оступается, то эта карта отправляется в актив соперника. Но опять же здесь такой вопрос, стоит ли сейчас бороться за вот этот камбэк до допов, потом потеть еще на допах, чтобы перейти на следующую карту. Насколько будут истощены у нас парни, ну... Может быть, на первой карте это да, это того стоит. Но тату занимает очень агрессивную позицию сейчас в коробе. Вот если его не зачекают, то он может здесь неплохо так настроение подпортить Vivictus'ом. Так, ну и... Пока ситуация рано на карте. Вообще никого в обороне в апланту нету команды атрибут. Ну и здесь спайс на длине забирает цвета неплохо. И Митака, Reflektive, Wake остаются втроем. Метак забирает тату, уже 3 в 3, можно заходить в аплен, в принципе, вообще никого здесь нет. Кладутся, да, банальный прогрен, чтобы прочекать на наличие соперника за ширмой. Ну и здесь дирижер с дома лепит фраг по вейку, и Метак с Reflektive вдвоем, но они фуловые, в принципе, как и их соперники. Поэтому, в принципе, довольно легко может ставить бомбу, а вот и минус еще и от Reflektive по дирижеру. Ну что ж, 2 в 2 ситуация сейчас, установлен фугас, спайс, да как не забрал-то, ну ладно, все-таки дожал далее Reflektive, но здесь Митака играет очень агрессивно, 38% здоровья остается, но он 1 на 1 против Соу остается, ну там соточка на Hellsbar'е, откид хае, вот эта пачка зашла, вот это хорош, вот это влепил так влепил, ну что ж, 6 раунд. Да, и вот здесь уже на смене сторон счет-то преображается в более-менее боевой, 9-6 уже. Ну и команде Vivictus пора что-то придумывать. Вторая половина пока что не такая яркая, как первая у них, но... Это заслужили, по крайней мере, команда атрибут своими стараниями. Понимаю, что терять нечего, надо идти здесь до победного конца. И ни в коем случае не надо бояться. Какие-то экстракардинальные меры принимать, где-то брать на себя ответственность, выходить там, аркадить и так далее. Главное, чтобы это все было осмысленно, а не от балды. Ну и медленная атака от Vivictus, как мы видим сверху по всей карте, ребята у нас разбежались, и длина, и ЦК есть, стрит, инсайд. Ну и вот сейчас
плавненько-плавненько будут заходить. Спина под аплен, дирижер отошел вообще пассивно под пятерку, даже ближе к нижнюю дому. Ну и тату закрывает короб. Да, отдают аплен. Отдают аплен команде VE Victus. Но не знаю, верно ли это решение, узнаем прямо сейчас. Вот да, только что хотел это отметить, но Тату подсидел своего соперника в коробе очень неплохо, есть минус на Вейка. И ситуация 4 в 5 у нас на данный момент для команды VE Victus eSports. Заход под короб у нас будет в исполнении Митака. А здесь Тату будет его закрывать, в доме сразу двое игроков, там Соу и дирижер. Ой-ой-ой, ну ты посмотри на Тату, как он выкладывается для своей команды, просто браво. Рефлектив проходит пирамиду, принимая сразу же своего оппонента. Соу, Тату принимает решение зайти сейчас на пятак. Попытался забросить дамага по рефлективу, но все происходит с точностью да наоборот. Там еще и длинный свит пришел, но все очень жестко. Так, М-ка забирает также спайса, да, и последний остается у нас дирижер, по которому свит там уже лепит летальный дэмэдж.